Не ходим по базару без толку, покупаем у красивой женщины елку. О! Девочки! Ава! Ой, родственники, извиняюсь, боже, как неудобно получилось, Людка, Кока. Тихо. Ну, ты же знаешь, я в параю торговли ж могу жубить, ты знаешь, Коля. Интеллигентно надо торговать, а не махать своей елкой, как дикобраз на вот, дикой природе. Хоть бы не забыть записать. Ну, хотя бы на меня заводишь. Колечка, так мы купили ларек, да? Назвали его супермаркет. И теперь уже культура поползла. Ой, тихо. Супермаркет, это тебе не базар. Боже, спасибо, что ты сказал. Супермаркет не базар. Собственник со своего супермаркета пришел на наш некрасивый базар. Что случилось, а? Тихо. Люда, что такое? Свет. Дай мне кофе. Ты можешь меня выслушать? Ну. Ты знаешь, сейчас мы куда едем? Куда? На фабрику звезд. Вы? Да. Вообще? У нас дочка там учится на звезду. Тонька! И мы едем ей подарочки угостить, витаминчики. Витаминчиков купили. Ребенок на диете у нас. Ты понимаешь? Ты понимаешь или нет? Тонька на диете. Давай. А я бы на такой диете и сама бы посидела. Ты же на такой диете не посидела, а посинела. Пьяница базарная. Некоторые, ты знаешь, Колечка, некоторые вот не в бровь, а в глаз, а вот... Ты у нас не в глаз, а в рот. Давай, давай. Племянницы, привет. Так, все, по местам. Не ходим по базару без толку. Покупаем у красивой женщины елку.